Короче, всем привет. Мне даже сейчас не мое согласие, это видишь. Короче, я вышла уже из больницы. Мы вышли уже из больницы. Сколько время? Сейчас. Где время, блин? 10:10. Короче. Вышли мы из больницы. Спишь еще? Летом меня будут брать на операцию. Вот. Не знаю, что будет дальше. На домашнее обучение садиться будет надо. Ну там уж я там ты подержишь сколько? Там да. Я в отпуск пойду в июле уже. Угу. Я с тобой буду. Угу. Мне сделают операцию, я еще буду там лежать 2 недели потом. Потом меня выпишут, я еще буду с гипсом, не знаю, сколько ходить. На домашнем обучении буду. Чё? Я еще взяла этих. Ну да. Чего стой? Короче, вот. Вторая часть не будет такой большой и длинной, как первая часть. Потому что у меня зарядка садится на телефоне, и первая часть такой длинной не будет. Ой, точнее вторая. Я уже заговариваюсь. Вот. В принципе. Где мусорка-то у них тут есть, нет. Пускай. Короче, сейчас мы на метро и на электричку пойдем. Вот. Да. Ой! Вон уже и метро. Я говорю же, больница вообще рядом с метро. Это мы с тобой первый раз полтали ходить. Ну, потому что не знали, где больница находится. А сейчас-то мы знаем. Сейчас даже я знаю, куда идти. А в тот раз с бабушкой мы вообще чуть не заблудились тут. Больницу искали, да искали. Вот. Ой. Ладно. Встретимся. Короче, ребят, у меня 10% зарядки. И пока я могу, я поснимаю вам. Если у меня будет 1% зарядки, я уже буду с вами прощаться. Пока еще можно мне поснимать, поэтому вот. Короче, мы уже спустились в метро. Но до метро еще не дошли. Ребят, походу этот видеоблог получится очень коротким. Смотрите, карта Екатеринбурга. Круто. Вот. Да. Ну ладно. Сейчас поснимаю еще вам, сколько успею. Вторую часть. О, все. Пока, ребята, у меня просто уже 1% зарядки, у меня сейчас зарядка сядет. Ладно, ставьте пальчики вверх, кому понравилось видео.